Всем здорово, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о очень крутом экшене, в котором вы будете летать на различных вертолетах. Всего в игре присутствует больше 20 различных вертолетов. У каждого из вертолетов уникальное оружие, которое вы можете приобрести. Игра бесплатная, а в ней присутствуют 4 режима. Это режим тренировка, в котором вы сможете потренироваться, накопить опыт, да, и научиться управлять вашим вертолетом. Смертельный бой, в котором вы будете сражаться с живыми игроками, повторяюсь, с живыми игроками. Режим командный бой, тоже он в онлайне, и своя игра, в котором вы сможете выбрать какую-то локацию, выбрать вертолет, и к вам будут присоединяться различные живые игроки. В игре достаточно симпатичная графика, которую вы, кстати, можете настроить в опциях самой игры. Помимо этого, игра на русском языке. И еще какой достаточно хороший плюс, вы можете записывать ваш геймплей с помощью специального сервиса. Что бы я хотел отметить? В игре присутствует достаточно удобное и понятное управление, в котором разберется любой желающий. Эта игра не является симулятором, это является больше аркадным симулятором, потому что управление достаточно простое. У каждого вертолета имеются определенные характеристики брони, атаки, скорость, то есть каждый из них отличается от друг друга. Давайте перечислю плюсы у данной игры. Первый плюс – это симпатичная графика, бесплатность, русский язык, очень большое количество различных вертолетов, оружия и многое другое. Но минусов у данной игры я не заметил. Думаю, каждый из вас захочет полетать на таких крутых вертолетов и доказать каждому, особенно если вы сражаетесь с живым игроком, что вы круче него и будете играть, играть и еще раз играть. Короче, всем советую эту игру. А я поставлю данной игре однозначно 5. А с вами был Android Androidыч. Всем пока.